Нас заметили. По нам? Да нет. Да-да, по нам. А вы сверху что ли идете? Я просто уже на краю обрыва, ну не по мне, но где-то рядом ходит. Кого-то сзади видит меня. Может по кустикам они бьют просто. С этого что надо отдать. Ох, чё, миномет сейчас как классно кладет, бля, бедняги. Кто на миномете? Крокодил, да? Как обычно. Неизвестно. Кто там выглянуть может сказать, там нормально они ложат? Нормально кладут, но я не вижу конкретных целей, поэтому не знаю потери. Снайпер есть же вроде. Я. Пока что давайте в яме посидим, у минометчиков сейчас на лед есть. Я на их КВ ушел, если че. Мы не потеряемся. Пока ждем. Надо все-таки к единому мнению прийти насчет красных и синих меток, потому что кто как ставит сейчас. Кстати, крейсер. А бетер вообще видно, не? Снаряды летят. Смотрим. Хотя я не знаю, куда они стреляли, в каком, какой позиции. По нам бегали, а по нашему. Не вылазьте, не вылазьте, сейчас мины полетят. Попал. А 350 растяжка. Миномет, короче, крайне хаотично стреляет, поэтому трудно сказать, куда он попадает, куда нет. Разброс очень большой. Кто-то смотрит мои стримы просто. Племячик стреляет для закопа. БТР вообще работал или нет? Я вам ходил. Такое ощущение, что эта гадина где-то сидит, затаилась и ждет, когда мы пойдем. Аккуратно, сейчас еще последняя серия мин полетит. Последняя? Да. Зря они такими сериями стреляют. Даже навести их. Короче, по окопам они не впадают. Стреляют, ну, видишь, кто-то фирме, вышел, кого-то убил. Вряд ли к ним там есть.
Ты кто-то за карты бежит по линии горизонта. Слева посмотреть, если я открыл район. Два, двух там хорошо ловят. Два пеха, да, там пробежали. Не, ну ползком-то можно пролезть, я уже так довольно-таки к стрелке приближаюсь. К правому краю стрелочки нарисовал. Короче, с учетом работы миномета, больше... нам правильнее справа идти, потому что слева не зайдет да. Вообще. Ой-ой. А на правом фланге наш корабль был, да? Там Бесков, по-моему. Судя по карте. Угу. Да, тут справа такие эти ямки хорошие. И вал земляной более-менее. Ползком точно можно пройти справа. Миномет, я как понял, все, закончился. Да, живой. Короче, по правому флангу ползу. А ПКМщик наш, да, сейчас? Чарли. Если что, нам не РПГшкам будет. Я ее внутрь засуну. Внутрь Хоман нас обнаружит. Засосал. Тут если что присесть можно. Вот тут вот. Кого сейчас пампу? Скорее всего по чары бьет. Хотя, ой, по-моему, по РПГ, он головой опять, как в прошлый раз. Да ядрит кудрить, да ёж мои, да ёж. Что за дикий РПГшник? А, это я тебя убил. Второй раз на этой карте я дохну от РПГ. Ты чё, это тебя попал? Да. Обе сейчас. Обе, да. А я убил его сразу. На пол хотели найти окоп. А чё делать, если ты подвел завеса, короче, он спектатора. Кто-кто? Прицел от РПГ завис. И он спектатор у меня отображается. У меня? У меня. А, ну бывает.
Пал два раза в голову и... У тебя сейчас не работает спектакль? Ну как бы он работает, но ибрид... Он смотрит на всю картину через прицел. Да. Ладно, подсказывал. Да. Изи. Ой, Павлик.